Hello, my friends, ladies and gentlemen. Значит, возник вопрос такой, сколько по длительности и по количеству должно быть сеансов, да, при мануальной, для мануального массажа? Ну и, в принципе, мануальная коррекция, наверное, тоже, да? Давайте так определимся. Вот обычно, стандартно говорят, там 10 сеансов, да? 10 сеансов. Это пошло откуда? Нет никакой закономерности, что 10 сеансов отходил, и все, и точка, да, потом в следующий раз. Ну, некоторые так делают, да, вот я каждый год 10 сеансов делаю, потом там через год повторяю, типа, ну, для себя, для профилактики, как бы, да. Ну, а почему нет? Ну, ходит так человек и ходит, да. Ну, вообще, вот это взялось из санаториев, когда люди приезжают в санаторий, там время ограничено, да, там 10-12 дней обычно, да, вот там каждый день назначают сеансы. Но на самом деле это немножко для мышц травмоопасно, потому что каждый раз они травмируются, на каждом сеансе мы жестко прорабатываем, особенно если вот такая мануальная техника, да, то тогда хотя бы нам надо давать 3 дня примерно промежуток до следующего сеанса. Да? То есть следующий сеанс должен быть примерно через 3 дня. Если мы делаем мануальную коррекцию, то есть конкретно уже там вставляются косточки, да, то, как правило, мышечный корсет возвращает кости обратно примерно на 6-7 день, да? То есть 6-7 день, да? Вот, и нам надо попасть, соответственно, вот в этот промежуток. То есть вот второй, третий день мышцы болят. То есть где-то на 4-5 день назначать второй сеанс, да? Ну, условно говоря, давайте вот на 4 день. Через 4 дня. То есть получается, условно говоря, ну, мне так удобно делить начало недели, конец недели. Ну, например, там понедельник, четверг примерно, тогда пятница. Вот. Ну, либо там среда, воскресенье. Ну, как-то так. Если человек более-менее как бы здоров, то есть у него нет такой прям проблемы, как типа сколиоза, да, то есть мы не занимаемся лечением конкретного сколиоза, да, а просто как бы для коррекции. Ему достаточно вообще раз в неделю ходить, да? И сколько тут сеансов нужно, неоднозначно вообще никак. Один человек пришел, ему достаточно вообще одного сеанса, хрустнули раз, шум в ушах прошел, зрение только восстановилось, он веселый, ушел, через полгода там к вам придет. А может, кстати, тоже индивидуально, кому-то хватает на месяц, кому-то хватает на 3 месяца, кому-то на год вообще хватает вот этой вашей коррекции. А есть конкретные проблемы у людей, да, вот мы их начинаем решать, там уже закостенение пошло, там уже остеофиты, там уже сколиоз, остеохондроз, да. Когда мы занимаемся уже не профилактикой, а лечением, то сеансов не 10 может быть, а может быть 25 сеансов. Вы прям предупреждаете человека, да, что мы будем с вами, если решаем эту проблему, а то и 60 сеансов может быть, понимаешь? Если человек вот с такой периодичностью ходит к вам, 60 сеансов, это 2 года он будет к вам ходить, понимаете? Когда идет серьезная работа, восстановление всего организма. Просто тут уже можно подходить комплексно, да, можно вообще там поставить задачу на 2, 3, 4 года, да, тогда уже можно восстановить, ну, применить дополнительные методы и с питанием, и аюрведические всякие техники, да, и всякие там очищение крови, очищение желудочно-кишечного тракта, да, тогда у человека идет омоложение вообще организма, понимаете, у него возвращаются суставы, он забывает про артриты и артрозы даже, ну, вплоть до того, что может дойти, что восстанавливаются диски межпозвоночные, да, прямо они напитываются, действительно становятся более живыми. И даже, не побоюсь этого слова сказать на камеру, даже может быть, что начинают новые зубы расти. Вот уже у пожилых людей начинают зубы новые расти, понимаете, насколько восстанавливается организм. Но это другая техника, как бы мы до этого дойдем, да, пока нас интересует вот тут. В среднем, я вам так скажу, что люди приходят 4-5 сеансов, там, может быть, 6-7 для закрепления результата. И вот этого достаточно, если мы не решаем конкретную проблему со сколиозом. Со сколиозом у подростка вы можете решить проблему. Человек после 40 лет сколиоз вы не вылечите никогда. Вы только будете его корректировать, поэтому я называю коррекция, да? Ну,
к этому относится, это коррекция. То есть тоже никогда не говорите, что это вы терапевт, вы терапией занимаетесь, да, в этих случаях. Просто говорите, что это мы корректируем и поддерживаем, чтобы не увеличивался дальше сколиоз, а человек будет ходить вообще кривой, ему будет тяжело дышать, давление будет на внутренние органы, какие-то там сосуды, спазмы будут на сосудах и так далее. Да. Чтобы вот этого не было с возрастом, да, лучше более-менее регулярно ходить на вот такие сеансы. Тогда таким людям вы можете назначать, например, сами назначать, кстати, вот вы профессионал, вы назначаете там 10-20 сеансов два раза в год, да. Вот он ходил, например, весной, отходил к вам, потом осенью отходил. И вот так вот он себя поддерживает. Это вот, когда сколиоз или там с тазобедренным суставом что-нибудь. Так, по поводу стоимости, наверное, в этом ролике не будем говорить, да. Оставим это для следующего видеоролика. С вами был Олег Алабудин. Если что, записывайтесь, мы вас всему научим.